Монета 10 рублей. 2008 года. Российская Федерация. Санкт-Петербургский монетный двор. Удмуртская Республика. На реверсе монеты прописан ее номинал. Крупное число 10 с горизонтальным рифлением. Внутри цифры 0 имеется мелкое горизонтальное рифление, на фоне которого при изменении угла наклона просматривается надпись «Руб» и число 10. Под числом 10 одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы. Надпись «Рублей». Под которой отчеканен мелкий знак, состоящий из стилизованных букв СПМД. Вот. Знак Санкт-Петербургского монетного двора. В самом низу поля монеты указан год чеканки, дата 2008. Слева полукругом расположена лавровая ветвь. Справа также полукругом расположена дубовая ветвь. Вверху полукругом надпись «Банк России». По окружности виден четко выраженный кант. На аверсе, развернутом к реверсу на 0 градусов, то есть соотношение сторон медальное, в центре поля монеты отчеканен государственный герб Удмуртской Республики, утвержденный 26 апреля 1994 года. Автор герба – художник Лобанов. Герб представляет собой круглый щит с изображенным на нем белым лебедем с раскрытыми крыльями. Окружность щита обрамлена лентой. На крыльях птицы по 26 перьев, в хвостовом оперении 8. На груди птицы расположен восьмиконечный солярный знак – оберег. Восьмилучевая звезда, крестострел. Над крыльями орла расположено по одному малому солярному знаку. Солярные знаки по преданию оберегают человека от несчастий. Большой солярный знак является земным воплощением оберегающих сил. Малые солярные знаки являются космическим воплощением оберегающих сил. Внизу полукругом надпись «Удмуртская республика». В верхней части поля монеты полукругом вдоль канта отчеканена надпись «Российская Федерация». Надписи разделены точками. По окружности виден четко выраженный кант. Гурт монеты рубчатый, состоящий из 300 рифов. На фоне которых отчеканены две надписи. 10 рублей. Разделенные двумя звездочками. Биметаллическая монета состоит из центрального диска белого цвета из мельхиора и внешнего кольца желтого цвета из латуни. Вес монеты 8,4 грамма, диаметр 27 мм, толщина 2,1 мм. Дизайнер монеты – художник Шабылкин. Чеканили монету на Санкт-Петербургском монетном дворе. Тиражом 5 миллионов штук. Средняя цена на монету от 70 рублей за состояние «Fine» до 100 рублей за состояние «Uncirculated».